Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если обожаешь полицейские погони. Здорово всем, господа хорошие! С вами, как всегда, Энтони Юрыч, и сегодня у нас невероятно крутые полицейские погони. Да, ребята, всем привет! Что ж, полицейские будут сегодня выявлять контрабанду, то есть водители фур перевозят какую-то контрабанду, которая запрещена законом Лего-Сити, и, в принципе, полицейский должен любыми способами постараться остановить вот такие вот здоровенные грузовички. Да, полицейский будет стараться сначала договориться с водителем, чтобы он остановился. Ну а если нет, то будет вот такой исход. Да-да-да-да-да-да-да. Понял? Я понял, что ты какой-то охеревший мент, но тем не менее. Сасамба! Сасамба! Че ты там крякаешь своей крякалкой, бе-бе-бе? Ну все, включился свет, включилась сигнальная сирена. Поехали. Вот поехали. Я, кстати, покажу ребятам тоже спидометр. Чтобы было видно, насколько она хороша. Она разгоняет, короче, сотку и разгоняет ее довольно-таки быстро. Господи, кто там пищит? Главное, чтобы ты смог справиться с управлением, потому что у тебя в прицепе, так сказать, дохерище лежит наркоты. Ага. А я могу посмотреть, что у меня там лежит. Вот так, оп. Нихера нет. Мы, короче, уже сбагрили товар уже. Выключи свою пищалку, господи. У меня аж водитель в кувейт ушел. И что это у тебя было, я не понял. Это был изич просто. Попробуй остановить моего монстра. Эй, колесо, верните колесо. Ну ничего, у нас есть пару методов, которые точно остановят этого монстра. Но мы пока к ним не будем приступать, потому что пока мы так попробуем. Нет, на самом деле, ребят, кто узнал, данная фура из Fallout, то есть это как бы этот ядерная кола, все дела. Но самое интересное в ней, мне нравится то, что у нее у грузовичка вот сбоку вот эти вот, короче, я даже не знаю, как, металлические какие-то штуки, они, получается, защищают фуру от того, чтобы ты туда не заехал, какого хера? Что там взорвалось? Что за ядерная кола? What the fuck? Что там было? Там был топливный бак, что ли? Серьезно? Просто фиаско, братан. Это реально фиаско. Что? Так нахваливал свою фуру. Это что, вот это взорвалось, что ли? Алло? Господи. Что взорвалось? Я же вам говорю, что полицейские Лего Сити очень опасный народ. Они вообще неадекватные. Да. Они просто взрывают фуру одним столкновением, сразу же. А куда ты врезался, я понять не могу, что взорвалось-то, алло? Я не знаю, у меня твой кузов, короче, на кабину лег. Или это твоя говяная машина взорвалась? Я не знаю. Что-то мне кажется, что это у тебя машина говно просто, а не фура. Так, смотри, следственный эксперимент. Проводится очень легко. Да, минус машины одной ракетой. Так, фура теперь в бак. Это твоя говномашина, все. Так, это же классно. Блин, такие машины сделали. Просто полицейский камикадзе. Камикадзе, полицейский, все дела, все нормально. Я на твою могилу носу с того света. Да пошел ты. Ты свою машину лучше собери нормально. Блин, ребята, это реально был фиаско. Я не думал, что машина мента вот так взорвется. Но тем не менее, он нас остановил, и он сделал свою задачу. Да, это естественно. Поехали дальше. Давай. Друзья, в общем, продолжаем мы нашу погоню за нашими фурами, так сказать. И, в общем-то, давайте посмотрим, что у меня там в кузове едет со мной. Так, у меня наводочка пришла, что некий подозрительный грузовичок катается по Лего Сити. Нужно его найти и остановить, присануть водителя, попросить документы и посмотреть, что у него находится в кузове. Не знаю, что за грузовичок. У меня фура. Сейчас она полная, не знаю, невидимого какого-то говна. Наркоты какой-то. Невидимой причем. Может, ты просто обдолбался, тебе кажется, что ты что-то перевозишь? А на самом деле это не так? Может быть, да. Так, хорошо, я что, да? А ты что тогда ко мне прикопался-то, а? Еще и на карте ездит. Я тебя не видел, кстати. Я только увидел, когда напрямую вышел. Так, иди сюда, ты чего удираешь от меня? В смысле? А зачем ты мне нужен-то? Я с ментами дел не имею. Так, тебе мент приказывает остановиться, он хочет проверить твои документы. Не хочу с тобой останавливаться. Так, это, короче, саботаж, я понимаю, не, что... Не-не-не, не саботаж. Он нарушил правила, да? Какие-то. Такие. Если он такие не хочет правила останавливаться. Если человек удирает и не хочет остановиться перед полицейским, значит, он что-то сделал. Да я тебя не вижу даже, никаких сигнальных обозначений у тебя нет.
Че, на кого? Остановиться. Я даже тебя не слышу. А у меня клаксона нет другого. Ну что, ты останавливаешься, нет? Есть клаксон. Есть. Останавливаешься, нет? Да. Ты чё, врезался в меня? Кто так останавливается, еб твою мать? На обочине останавливаются люди. Давай, я останавливаюсь. Давай, я останавливаюсь. Ну все, это крендец. Я понял тебя, крендель. Так, подожди, ты мне что-то в заднее колесо врезался, почему у меня колеса-то отпали, алё? Ну у тебя не только колеса сейчас отпадут. Господи, это просто минус ФПС, это просто битва ФПСа. Ой. Кажется, кто-то застрял. Кажется, у кого-то проблема. Я, короче, быстрый способ нашел спуститься. Так, ладно, я вернусь, ты подожди. Ну зря ты не остановился, паря. Господи. Это я понял, но а почему у меня колеса отпали? Я не понял. Потому что ты меня когда прижимал, они у тебя стерлись об меня. Да ладно. Так, окей. Ну чё, писёл? Вылази давай. Жалко, она теперь не едет. Отвали от меня, мент сраный. Вот так вот. Ага. Я тебе еще одни колеса отбил. Ну, всё, отличная фура просто. Так, чё взрывается тут у вас? Ничего, что ли? Ой. Господи. Я сейчас тебе устрою. Что ты мне устроишь? А ты где? Я решил добивающий удар сделать. It's John Cena! Господи, Энтони умер. А, я умер. Я выпрыгнул с машины и умер. Я думал, я выживу все-таки. Господи, ты посмотри, как он у тебя рассыпался жестко. Да он вообще какой-то неваляшка, короче. Ну это, походу, из-за него-то FPS и просел. Но он... Ой, я загорелся. Ну да, потому что колеса отлетели, он, считай, по земле волочился, и, конечно, FPS поэтому и падал. Блин, полицейские в Лего Сити вообще ненормальные ребята. Как я смог поджечь твою фуру, хотя загорелся вроде как я изначально? Переносчик огня, ты понял? Да, этот, как его, факир. Блин, ребят, ну, черт погоди, сегодня у нас не прям с потерями жесткими, а Антох опять умер, он, пожалуйста, доказательство тому. Я думаю, что третий заезд тоже обязательно нужно сделать. Короче, ребята, Ашот вернулся, как ни странно. Ашот в инвизе вернулся, друзья. Ну, в общем, сегодня наша задача... Ой, как красиво я сейчас сделал! Че, головой об стену ударился? Нет, я прям вот подлетел вот на этом трамплине, который на мост ведет. И че? Ударился об мост, сделал сальто и встал на колеса и поехал. Охренеть. Я же говорю, ловить здесь полицейских надо в этом городе, а не этот. Необычных водителей, перевозящих. Да, вообще. Нехороший, некачественный груз. Да. Ну ладно, я что-то до сих пор тебя не вижу. Может, ты реально в инвизе каком-то. Зато мы тебя два раза уже видели. Да? Так, самое время мандаринчиков скинуть. Все. Странно, мы такие маленькие, а ты такой большой, я тебя не видел. Это здорово. Все, я мандарины скидываю. Всем жителям Лего Сити по коробке. Куда ты, падла, скидываешь? Апельсинов. Алло. Серьезно говорю, я еду, короче, открыл этот фуру, хотел сказать багажник. Да я вижу, да, коробки твои сраных апельсинов. Коробки с мандаринами падают. Ой. Так, уважаемый, просьба остановиться. Скушай мандаринку. Вы будете останавливаться или нет? Тут нельзя. Вот дорога перекрыта. Так, Ашот, остановись по-хорошему. Да, ну зачем это делать? Бойся Ашота! Капец. Человеческая личинка. Бойся Ашота, а сейчас где? What the fuck? А, не успел, блин! Ладно, оставим это на лучшее время. Но оно будет уже без тебя, братан. Вызывай подкрепление. Или тебя откачали вот там. Вот так же. Вот, друзья, нельзя останавливать Ашота, они сразу стрельбу открывают. Конечно, слушай, мандарин-то не свежий, надо управлять. Я по ящикам знаю, куда он поехал. А у меня ящики не прыгают, не тверкают. Почему? А у тебя прям они выпадают. Нет, у меня 3 штуки выпало, а сейчас все лежат. Ага, 3 штуки. У тебя полностью дорога до тебя с этих ящиков. Да? Офигенно. Нормально, слушай, я, сдал ты себя, падла. На это и хотел посмотреть, но что-то этот... Что-то пошло не так. Так, надо постараться во двор заехать и спрятаться. Сейчас заедем. У тебя будут прятки с полицейским.
Зарядочки давай сделаем. Слушай, как он хорошо прет-то, а? Мой апельсиновый рай. Не то слово, как он прет. Козел. Успел восстановиться, главное. Слышь. Нормально. Вот что никогда не подводило. Апельсиновый грузовичок. Он всегда был нормальный. Апельсиновый грузовичок. Бананы и кокосы, апельсиновый рай. Мента накрутили, обманули мы тут. Нихера не обманули, он за вас зацепился. Да-да-да-да, я видел. Это, слушай, как в этом, фильмы, как, не фильмы, а передачи. Смотришь, где этот дорожный транспорт и происшествие. Типа того произошло. Ошибеть. На дрифте, ёпси. Чё ты какой-то беспонтовый мент. Ой. Да нет, просто я еще не принимал все усилия. Пытаюсь пока своими силами. Ну чё, всё? Стоишь? Вот стой. Стоишь? Вот стой. Так, ладно. Чё, даже проехать не можешь, да, на фуре моего джипика. Ага. Опа! Все хорошо, скинули, скинули мента! Конечно, скинул он, ага. Ты сейчас прицеп будешь свой с апельсинами скидывать, понял? Нет, мой апельсин, продам все. Нельзя. Я посмотрим, как ты его продашь. Ты должен был в заднюю врезаться. Я проскочил, все? Остановили тебя? Так, минус колесо, да? Сложно так-то так, надо на переходить, передачу. Передачу меняем. Вот, ребят, вот про это я и говорил, что, в принципе, если вот машина вот так вот попадет снизу, то все, хана. Ладно, скинули пока компромат и погнали. Нормально, своими силами, не прибегая к никаким крокетницам. Господи, 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 а шо чуешь, что дело плохо? А шо ты уже почувствовал, да. Что делаешь, дурак? Ты мне машину, Вася, попутал! Пошел ты на хэр! На хэр? Вася! Эй, Вася, ты умрешь сегодня или нет? Не, Ашот. Вася, это ты. Да похеру, Ашот. Вася, я тебя попаду ракетой сегодня. Не надо! Ты мне был как брат, но ты мне не брат. Вот так вот. Алло, салам алейкум, Вашутик. Блин, хорошо приехали. Ашутик, ваншутик. Ашутик, ваншутик, да. Это моя фраза была, знаете, колесо победное. Ты что такой довольный, а? У тебя глаза, как будто ты срать хочешь. Иди. Ты чё забрал-то всё у меня, слышь? Нормально. Что ж, ребята, вот такая вот сегодня была полицейская погоня за фурами. Что-то немножко новое, интересное. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, предлагайте свои идеи для следующих видео. Да, ребятки, и всем до скорой встречи, и пока-пока. Пока, ребятушки.